Что, клюет у вас, Абай? Нет. Мась? Нет еще. Пока нет? Лена Сергеевна, что это у нас будет? А вот это Лена Сергеевна наловила сарделек. Сарделек наловил? Да. Будут сардельки? Да. Понятно. Все, Мася, поймаешь? Кинай мне, давай. Быстрее лови, а то в речку улетит мяч. Давай, пинай. Ты пинай. Пинай, пинай. Ты не кидай, а пинай. Лена Сергеевна, почему не клюет? Надо, не надо. Рыбка плавает по дну, хрен поймаешь хоть одну. Понятно. Ах, вот они, сарделечки. Родненькие, да? Да. Вкусненькие. Ты тоже моя сарделечка? А ты кто? Красота. Вон, такое. Я хотел сам. Ты хотел сам жарить? Да. Ну так иди жарь. Я знаю, почему не клюет. Максим, ты знаешь, почему не клюет? Понятно все с вами. Вода на Иртыше уже более-менее теплая, можно уже, я думаю, купаться. Лена, пойдешь купаться? Нет, я еще с головой дружу. Давай, короче, иди купайся. Все, я решил. Все, готово? Да. Все, Мася, когда сардельки есть? Будешь сардельки? Я тебе сейчас дам этой решеткой. Весь в папку, да? Максим, клюет у тебя? Нет. Не клюет? Да. Понятно. У меня тоже не клюет. Че, как? Сарделечки? Вкусно. Вкусно. Ай, сарделечки с майонезиком. Кайф. Да, Маша. Сына. А, сына. Максим. А, Максим. Сына, ты маленько заморался, да? А, сын? Ты маленько заморался? Да. Моешься? Да. Ну, мойся. Кто-то попался. Сейчас посмотрим. Вот он. Наш... Ёршик. Вот он, родненький. Первый в этом году. Ёрш. Красавец. Царская рыба. Царская рыба. Красавец. Кораблик плывет. Лена сидит. Сына, скажи ёрш. 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 А, вот такой батя. На твою донку попался огромный ёрш.
Ладно, поедем домой. Для нас рыба не главное. Для нас главное природа. Отдохнули душой и телом. Такая красота. Поужинали на природе. Да, Лена Сергеевна? Ага, и ребенка отмыли кое-как. Ну, Маську отмыли кое-как. Ладно, поедем домой. О, волны какие. От катера от этого. Ух. Вот такие волны.